hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. О, наконец-то. Хорошо, что... А если бы я не сообщил и пошел домой? Интересно. Как бы повернулся сюжет? Дети и псеви. О, ты дома, красавчик. Большой пожар. А что, он до сих пор, что ли? Н, чтобы использовать приемник. Это что такое еще? А что надо делать-то? Туда идти. Давай, пошли. Погнали. Ночью. Приемник что-то поймал. Это шутка? Как? Как? Я нашел устройство, которое ловит частоты. Именно так я нашел отчет прошлой ночью. Сейчас он шумит. Он словил час. Угу. Кто это может быть? Я не знаю, ты должен выяснить. А, он... Она поймала бутылку текила. Ты пьяна? Нет. Я в процессе распития. Не делай так. Я знаю, все. Как идет к чертям, но можно чуть-чуть пожить. Лови момент, Хэнк. Тебе лучше оставаться трезвой. Вообще, как она сказала, мы что? Этот приемник поймал наш сигнал. Ай-яй-яй. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Блин, я думал, чувак какой-то. Че, нашел? Ну да. Рюкзак. Shit. Бомба! Мадафака. Ключик. 452. Чё, никого больше? И чё теперь? Красавцы. И чё теперь я буду делать? А, что ты там делал? Сумку нашел. Базовый набор. На ней была сигнализация. Думаю, из-за неё приёмник так бесился. Ты в порядке? Это была не ловушка? Я в порядке, но... Здесь связка ключей, не знаю, почему они здесь спряты, но у них написано национальный лес, Шошони, пещера 452. Это та, что в ущелье? Да, верно. Кто мог их взять? И что, блин, в этой пещере? Окей, давай подумаем. Говори, женщина с пол-литром текила в животе. Может, они запаниковали, готовились сбежать, пожар их напугало, а с номер рации у нас было преимущество. Тяжело говорить о преимуществе, когда ты стоишь в темноте посреди леса. Ну, ты вернись себе в вышку, может, тебе тоже стоит выпить. Я не в своей вышке. Я смотрю на человека в твоей вышке, это не ты? Это не я. Боже мой, иди. Я иду. Вернуться к вышке. А где вышка-то? Я заб... А, вот она. А как она смотрит? А она откуда смотрит? Чувак, ты только... Пожалуйста, не ходи, не смотри под нос, когда будешь подниматься. Ты сразу наверх смотри. Но за это время никто не мог спуститься. Правильно? Логично, логично. Так, смотри. Вверх, потому что я не хочу, чтобы кто-то неожиданно вылез. Кто тут? Да как так? Никого нет, что за бред? Хм, странно. Сейчас ультразвук. It's a tape of us talking down at the site. Sounds like it was recorded from somewhere nearby. Наш разговор
записывали. Ага, и звучит так, будто мы его спалили. Это была твоя идея. Нет. Мы уже с задницы, короче. Нет. Не паникуй. Ладно, не паникуй. Что за хрень творится, Генри? Вот сейчас уже интересней становится. Все будет хорошо. Ну, что мне известна причина пожара на луговой плите. Так что я только что закончил разговор с тем дозорным, который теперь гадает, известно ли мне что-то, или не поджигает ли я. Слушай, ты вообще там раскомандовалась? Блин, исследуй пещеру. Будем держаться вместе. Нас? Ты знаешь, что я ничего не поджигал. Да, я думаю, ты прав. Капец. Большой пожар, что туман такой. Наверное, развязка. Блин, в пещере. Че она там командует? Пойди со мной в пещеру. Капец. В общем, в этой игре мы не видели ни одного лица. Ну, я имею в виду. Конечно же. Я не помню, где пещера гребаная. Точнее, не считая всяких там рисунок. Слушайте, рисунков, точнее. Слушайте, я реально не помню, где пещера. А, по-моему, надо куда-то с. А, подожди. Сортир. Так. Туалет. Нет, подожди. Вот где-то то ли здесь. Слушайте, спуск. То ли вот. Не, вот здесь все-таки, мне кажется. Да-да-да, вот тут вот. Хорошо, что это недалеко. У меня есть примерная карта местности в голове. Ну, вот этой местности. Чпоньк. Еще раз прыгай. Спрыгивай. Погнали. Ты жиробас, я смотрю. Не зря тот мост провалился. Я думал, ты не жирный. Такой, думал, качок, красавчик. Хотя на рисунке я не помню, кто там был в начале. Даже не помню, где это было. В общем, там какой-то толстяк вообще волосат. Эй, ты ведь не вызвал другую вышку, так? Какую другую? Чего? Мне это не дает покоя. Я представлял, в какой заднице я без. А теперь я спросил, кажется, уже жалею об этом. Хорошо. Чё, хорошо. Да ничего. Идем, короче, мы в эту пещеру. Вот она, да? Отлично. Все-таки память меня не подвела. Ключик. Тарам-там-тарам-там. Открывай. Будет классно, если нас сожрет медведь, и все, и на этом игра закончится. Пещерный. Давай. А ты не мог топором выломать? Чё такое? Кто-то закрыл? Да не может быть такого. И я не понимаю этот бред. Я был у вышки. Найти путь из пещеры. Я еще в нее ее и не изучил толком. Протиснуться. А можно было еще, по-моему, вниз спуститься, нет? Сейчас валун этот упадет, стопудняк сзади, нет? Смотрите. А, нет, вроде отходной путь есть. Так, только пожалуйста. Не пугать. Хорошо? Здесь холодно. Конечно. Ну ладно. Так.
Вот тут, в принципе, можно вылезти, и несложно. Камни очень рельефные, чисто логически. Чисто вот так подумать, легко вылезти. Ну, не легко, но надо постараться, и все будет чики-пуки. То есть камни не гладкие, за них можно цепляться. Нет, сейчас еще назад надо перейти. Там, по-моему, еще какой-то проход был. Мне всегда кажется, когда я иду по какому-то незнакомому месту, мне всегда кажется, что я ж какие-то проходы пропустил. Неизвестно, иду ли я правильно. Так. Что тут у нас? Выход. Чё, я... И чё? Вы чё, офигели? И чё, мне назад? Я не понял. Ну? Ну, хорошо, идем дальше. А чё делать-то? Я не знаю, что делать. О, лагерь. Динь-динь-динь. Самодельный знак. О, сообщите о незнакомой декорации. Об пещере... Об ин... I just had to dig my way out of the cave because someone locked the gate behind me. Oh my god, are you okay? I'm fine. Да, просто напуган. I'm gonna go back in there, but вернусь туда, найти оборудование для скалолазания. Там негде. Окей, звучит довольно опасно, да. Ну слушай, когда я вышел, я нашел выход породы, которую... I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. Ах ты, ёпта. Так. Крепостная. А чё надо? Сволота. Динозавр. У меня тоже есть динозаврик. Записка. Меня зовут Брайан Гудвин. Если вы найдете записку, она принадлежала вору крюков для скалаза. Не могли бы дать мне услугу отправить их... Пожалуйста, мой адрес. Так, подожди, иди в задницу. Диаграмма. Связка крюков. Там, берем. Следовать глубины пещер. Да, я же говорил. А, все, да? Что там? Отколотый камень. Я же говорил, что... Там был какой-то, была какая-то, мне кажется, дорога. По-моему, в самом начале. Это он это имел в виду. А что, мне теперь назад, что ли, лезть? Подожди, а... Охренеть. Что-то я не понял. Вы что это намекаете? На что? Исследовать глубины пещеры. Блях ты, мух, что делать-то? Офигеть. Подожди, а может... Я не понял, куда идти. А может здесь что? Может сюда куда-нибудь пройти, нет? So, something I never told you, or anyone about Brian. In regards to him being out here, you know, being against the rules. I... Их чуть не засекли. Брайана любили... Так, куда идем? Я даже не слушал. Прыжок с высоты, давай. Я себе что-то сломал. По-моему, это мозг. Да, и кстати. Те девочки объявились, похоже, их не убивали, и никто не убивал. Они взяли трактор какого-то фирмы, чтобы покататься, и оказались в тюрьме. Уф, вот, блин, интересно, знают ли они что-нибудь? Спросить, что случилось с их лагерем. Слушайте, а куда мне идти-то? Вы хотите сказать мне что, назад, что ли, береть? Видимо... Слушайте, видимо, это пещера.
подожди. Ну ладно, давайте обойдем по-быстрому. Тут, в принципе, немного бежать. Я думаю, надо обойти. Ты думаешь, что там? Где? В пещере? Probably something that will kill me. So, you know, just sort of getting myself right with God or whatever there is. Henry. They closed the door when they could have just bashed your head in with a rock or chopped you up with a. Are you serious with this shit right now? A hatchet. God, are you sure you want to go back in there? No, I think I'm probably good. Bring on jail. You'd probably just get probation. I. Так, ну что же, ребят, случайно отрубил запись, точнее, случайно сломал, обновил игру, не обновила это. А, подожди, это другой фото, я вспомнил. Что я хотел сказать-то? Случайно нажал рестарт, в общем, последнего сохранения. Не знаю, кто там закрыл дверь. Да, вон, видите, спуск вниз. И вот сюда. Нас по-любому кто-нибудь нам сейчас... это самое... Значит, там... Как это сказать-то? Милость сделает и вытащит этот шнурок. Или камень. Там сбросит. Я вообще не понимаю, что за мазохизм. Лезть куда-то в пещеру. Какие-то следы... А, нет, это камни. Так, что тут у нас? Пробел. Как старый пень поднимаешься. Мне кажется. Че, еще ниже, что ли? Спрыгнуть. Давай, прям в недра земли. Сломал. Опа, первый человек. Оу, щит. Худой человек. Сорвался. Все равно лица не видно. Переступить. Как это низко звучит. Да, я тоже хотел посмотреть вверх. Ого. Тебя снаряжение подвело, да. Да, точно. Ладно, пофиг. Обычно в такие моменты надо догадывать, делать догадки, например. Вот, у него сломался снаряжение или кто-нибудь. И что, это все? Это для того же я и ладил для этого? Так вот, может быть, у него его кто-нибудь подрезал, ему снаряжение. Может быть, а связи на нету. А потом, возможно, он упал, сломал, долго лежал. И, в общем, ему было плохо. Слушайте, а может назад надо было пойти? Да не, нельзя. Там я спрыгнул с высоты, потому что... Вот. Вон, я вижу уже камешки. Так. Давай. Ой, что произошло? Давай, погнали. Да, быстрее. Угу, отлично. Как ему повезло, везде выход есть. А мне кажется, не было бы здесь выхода, если бы было все реально. Если бы все было более реально, скажем. Ну что же, отправляемся. Так, тут более крутой спуск. Опа! О! Как все классно сложилось! А, посмотрите-ка. И все это. Выходы все закручены, прям как в Майнкрафте. Так. Ну, я имею в виду пещеры, все ходы. Одинаковые. Выходят. Наконец-то. Я вся извелась. Присядь. А, это чувак какой-то. Присядь. Давайте поинтригуем. Only thing in the cave was a body. A body? God, what a
Элайла, это Брайан Гунвин. Откуда ты знаешь-то? Ты что, издеваешься надо мной? Что это? Что? Я не... Как? Сорвался, я думаю. Или это обыграли? Это сделали они. Другие. Чтобы остаться в живых. They didn't kill him, okay? Why kill a boy? I don't know. I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where Блин, he'd be, but I can assure you he'd not be rotting at the bottom of that cave. There's nothing to say. Hike back. Круто. Надеюсь, это конец. Виски. Собирай шмотки. Собрать личные вещи. Какие личные вещи-то? Каким? No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Is this the big fire or the site fire or... Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? We still don't know who was listening to us, who was following me around, who made that tape. Yeah. Ах ты, я. I have a dead boy who did nothing wrong. But maybe we can still find these people. Look, I think whoever is out there caused the site fire to cover their tracks, and I'm almost certain that when I get off the helicopter, I'm going to be led into a room and made to listen to a tape of me saying we started it. And we don't know shit. What can I do? Well, что мне делать? For you to do? Holy shit. Офигеть, да, боже мой. Мы не знаем, что это. Может, вообще ничего. Хорошо. О, смотрите, йогурт. А, нет, не йогурт. Я надеюсь, тебя как мило эта ловушка. I was hoping you'd have a backup plan or something. Есть у тебя запасный план? Yeah, okay, I'm probably gonna move to Canada. Ontario, maybe. Короче, нам... Да заткнитесь вы уже, меня бесите. Если ты найдешь автора пленки, мне придется забудь. Береги себя, Генри. Хорошо. Короче, мне надо идти за этой штукой. Арахисовое масло. А, так вот что-то пищит. Просроченность, наверное.